вами программа «Вкусняшка» и я ее ведущая Марина Лановая. Сегодня мы приготовим мое любимое блюдо – мясо по-французски. Для этого нам понадобится мясо, лук, сыр, майонез, немножечко масла и соль, перец по вкусу. Сначала подготовим мясо. Ой, я совсем забыла. Не забудьте одеть специальную одежду. Фартух. Надо порезать мясо, отбить его молоточком и помазать майонезом. Обратите внимание на мой маникюр. Мы делаем маринад, чтобы потом обмазать им отбивные. Вот, смотрите. Я нарезала мясо. Я никогда такого не делала, поэтому если не получится, я не виновата. Между прочим, я делаю это первый раз. Главное верить, что будет очень вкусно. Чунга-чанга, синий небосвод, чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, весело живем, чунга-чанга, песенку поем. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, чунга-чанга. Наше счастье постоянно, жри кокосы, ешь бананы, жри кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Ой, привет. Как будет вкусно! Наше мясо замариновалось. Мясо готово! Да, его вытаскивать. На этом наша программа закончена. До новых встреч! Пока! С вами была Марина Лановая. Да. Ну, смотри, камера, как его у вас? Мама, как его? Ну, мама, как его мазать?